Всем привет! Сегодня у меня вот такая приятная неожиданность. Пришла я с работы, да еще на собрании была сегодня в школе родительском. И вот наконец-то добралась до дома, а здесь меня ждет вот такой подарочек. Такая коробочка пришла мне из магазина «Мир вышивки». Здесь должен быть станочек на обзор. Но сейчас откроем, посмотрим. Коробочка довольно большая, но легкая при этом. Вот. А вот так вот выглядит посылочка. Это наборчик тоже на обзор, в подарок. Этот наборчик я выбирала себе в подарок сама. Набор фирмы РТО. Называется он «Тихий город у моря». Такое вот у него название. Вы знаете, что я люблю всевозможные городские пейзажи, но здесь такой морской пейзаж, такой тихий, спокойный, очень такой умиротворяющий, как мне кажется, пейзаж. Такие вот ниточки с этой стороны, иголочку видно, канул. Немножко упаковочка не идеальная. Так. На 14-й канве вышивается набор мулинея DMC. Вот такой вот чудесный наборчик. Вот моя красавица пришла посмотреть тоже, что же у нас в посылочке. Так. Визиточка «Мира вышивки». Ну и вот, собственно, станочек. Станок «Березка». Станок тоже я выбирала сама, но из именно фирмы «Березка», чтобы был станочек. Сейчас я его распаковывать не буду. У нас уже вечер, я уставшая, замученная, поэтому собирать станочек сейчас не рискну. Ну вот будет выходной, и я обязательно сделаю видео о сборке, покажу, какой именно станочек я выбрала и по каким критериям, да, собственно, я выбирала, ну и посмотрим, как это все выглядит. Единственное, могу сказать, что у нас станочек не напольный, он такой диванный и настольный, скажем так. Ну вот, собственно, решила поделиться с вами такой радостью, такой приятной неожиданностью. Напоминаю, что вы можете получить дополнительную скидку в магазине «Мир вышивки». Для этого вам нужно перейти по ссылочке под видео в магазин и при заказе в поле комментария написать слово «блог». И тогда вы получите дополнительную скидку 5%, которая приплюсуется к имеющимся у вас уже скидкам. Так что переходите, заказывайте. Ну, а выходные ждите видео о станочке обязательно. На сегодня все. Всего доброго. Пока.